Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня букс, называется BitFaucet ADS по заработку криптомонет Bitcoin Satoshi. Значит, вот так вот он выглядит. Естественно, абсолютно это все без вложений. Регистрация здесь наипростейшая. На почту мне ничего не пришло. Значит, прописывайте сюда email адрес или же биткоин адрес от FaucetPay. Значит, сюда пароль. Тут уже страна по умолчанию. Кликайте зарегистрироваться. Далее логин. Я прописала email адрес от FaucetPay. Также пароль, опять логин. И попадаем на домашнюю страничку. Ну, здесь наша статистика, как бы адрес электронной почты. Или же, если у вас прописан адрес кошелька, значит, адрес кошелька будет. Здесь аккаунт баланс. У меня 2,5 сатоши. Все, здесь больше ничего нет. Вот это вот он, аккаунт. Далее, идем по заработку. Есть кран. Кран мне недоступен почему-то. 2 сатоши. Как бы. Ну ладно, недоступен. Как бы. Сейчас покажу. Видим, кран мне вообще не понять чего. Видим. Я сюда даже не лезу. В этот кран. Далее. Короткие ссылки. Это по желанию. Хотите собирать, собирайте. Я в короткие ссылки не лезу. Далее. ПТС. Вот здесь, да, я, конечно, собираю сатохи. Значит, рекламка обновляется раз в 24 часа. Чтобы мне записать видео, так как я заходила поздно вечером. Позавчера. Вчера я здесь не собирала. Мне были доступны рекламные вот эти просмотры, чтобы показать вам. Значит, 3 сатоша 60 секунд. Далее 1 сатоша 20 секунд. Вот. И минимальный вывод здесь, как я поняла, от 1 биткоин сатоши. Довольно-таки неплохо, потому что я выводила, и здесь без, видим 0.25 сатош, их не вывести без точек, целым числом только. Вот, давайте одну короткую посмотрим рекламку. Значит, нас перебрасывает на страничку, мы возвращаемся, и вот тут таймер, видим, капчи нет, ничего нет, просто кликаем claim. Все, зачет видим, да? Вкладочку можно закрыть. Следующую рекламку. 10 секунд, 0,5. Видим, идет таймер. Как бы ничего страшного, то, что я сюда перешла. Довольно-таки неплохо. Меня он зацепил, что и с вами делит. И капчи нет. Все. Далее. Просмотрели, да? Что у нас? Ютуба здесь нет, ютуб просмотра. Я вот просмотрю вот эту всю ПТС рекламку. Вот сейчас утро у меня 9:13. И она мне будет доступна только уже завтра в это же время. Вот далее. Финансы. Видим. Вывод на FaucetPay, вывод на прямой кошелек. Естественно, на прямой кошелек не вывожу, а вывод на FaucetPay это хорошо. Значит, у меня 3.25 сатош. Адрес у меня стоит, email-адрес от FaucetPay по умолчанию. Уже как бы прописан. И сюда обратите внимание, как бы целое число. Вот. Точка 25 я не смогу вывести. У меня 3 сатохи. Вот этих 3 сатохи я и смогу вывести. Смотрите, 3. Сейчас даже поставлю. Точка 20.
5. И мне сейчас напишут, чтобы я кратное 3 написала, да? Смотрите, это чисто так вам показываю. Введите допустимое значение, ближайшее доступное как бы значение 3. Видим, да? Целым числом, значит, я вот это все удаляю. И целое число 3, кликаю вывод. Все. Монеты мои улетели на Faucet Pay. Так же, как я сказала, что я вчера пропустила. Вот я Bitfaucet ADS, 4 биткоин сатохи я выводила 3 июля. Я обновляю страничку. Возвращаемся. Значит, смотрите, Bitfaucet ADS платит инстантом 3 сатохи без комиссии, без ничего. 5 июля. Все шикарно платит. Так далее что? Финансы я вам показала, но здесь больше ничего такого не надо. Здесь тоже ничего. Рефералы. Находится партнерская ссылочка. Вот она. Если надо кому. Копируйте. И все. Делитесь с друзьями. Ну, здесь для рекламодателей, если хотите давать рекламку. Ну и депозит тоже, как бы, если хотите давать рекламу, то можете, как бы. Я в таких проектах рекламу не даю, я чисто просто зарабатываю. И вот у меня на балансе стало 0.25 сатош. Вот. И на ПТС я только здесь зарабатываю. Все. Я считаю неплохой букс и рекомендую обратить на него внимание. Дают, бери, как говорится. Как он будет работать и как долго, я фиг знает. Ну, пока дают, буду собирать. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.